Жизнь разделилась на до и после. Почтить память пришли родители, близкие погибших, представители городского спортивного сообщества и власти города. Напомним, сама авария произошла 4 декабря 2016 года. В тот злополучный день команда акробатов возвращалась из Ханты-Мансийска с региональных соревнований. Везла медали и дипломы. На встречную полосу к автобусу с детьми и тренерами выехал большегруз, который и допустил столкновение, унеся жизнь 12 спортсменов.